Итак, смотрите, интересно, почему же он такой пьяненький-то пришел? Потому что он находится под влиянием духа, он заболел, это называется болезнь разума. Так в чем он виноват? Он болеет, человек просто, ну уложи его. Вот человек гриппом заболел, вы будете, скотина, опять гриппом заболел. Иди спать ложись. Вы его уложите, как бы начнете заботиться о нем. Но человек тут точно так же здесь заболел. Но самое удивительное, если хотите, я вам скажу правду жизни, что когда человек изменяет, он тоже заболел. Это тоже болезнь разума. У него крыша съехала, есть признаки. Хотите, я вам их расскажу? Первый признак. Он перестает чувствовать глубокое чувство к своим детям. Вот он изменяет, допустим, мужчина живет с женой, с детьми, это близкие люди для него. Он начал изменять, у него это чувство прежнее, глубокое, к детям пропадает, все, до свидания. К своей жене глубокое чувство пропадает, он не чувствует, что это близкие люди для него. У него меняется философия в результате, потому что многие люди свою философию строят не на основе священных писаний, а на основе своих ощущений. Вот когда человек свою философию строит на основе своих ощущений, веды говорят, это более низкий уровень развития личности. Философию надо строить на высказываниях мудрых людей. Это значит, что у тебя осознанная жизнь. Вот это правда, а то, что я чувствую сейчас, это может быть неправдой. Это правильное понимание вещей, понимаете? Но менее развитые существа в человеческих телах, они основывают на своих ощущениях философию. Я уже не чувствую близости к жене и детям. Значит, они не такие близкие для меня. У меня вот к ней безусловная любовь, а к этим другая, похуже. Так это не любовь другая, просто ты заболел. Тебе просто отшибло вот это чувство, которое было раньше. Причина – поступок. Веды говорят, что современная цивилизация, она не придает слишком большое значение поступкам. Из-за этого мы очень сильно страдаем. Мы не понимаем, что веды раньше, смотрите, одно из главных утверждений древнего знания гласит, поступок сильнее личности. Сейчас мы как считаем, личность сильнее поступка. Почему раньше люди боялись изменять? Вот просто боялись. Вот человеку было страшно, страшнее смерти пойти изменить. Почему? Потому что он боялся, что его судьба поменяется. Он не знал, что его в будущем ждет после этого. А мы, нам по барабану. Вот изменила, встала, отряхнулась и пошла. Ничего не изменилось. А что изменилось? Все нормально, ничего, все то же самое. Потому что человек тебя воспринимает как тело. То есть как грубое тело. Мы не воспринимаем себя как психику, как судьбу. У нас нет понимания, что есть судьба. Мы просто воспринимаем, ой, я такая же, какая была. Чего, Олег Геннадьевич сказал, что что-то изменится. Все то же самое. С точки зрения грубого тела ничего не изменилось, да. Все то же самое. Но если говорить с точки зрения тонкого тела, не то же самое уже. Женщина, если изменила мужу, она не может быть такой же честной, как раньше. Она может прийти и сказать, что я изменила? Нет, у нее нет таких же чувств близким людям, как раньше. Она не может выполнять также свой долг перед ними. Она не может уже строить перспективы своей жизни с этими людьми, с какими она живет. Много-много чего изменилось после этого поступка. Это называется «разошлись как в море». То есть судьба повернулась в сторону. А ты мог этого не делать? Ты мог не делать этого поступка, не совершать. Что тебя заставило? Незнание. Почему ты совершил этот поступок? А потому что ты не знаешь, что дальше будет. Вот и все. Мы не знаем, что когда люди вместе занимаются сексом, то через нижние, смотрите, через верхние центры обменивается хорошая карма людей. А я иду, шагаю по Москве. Ну, то есть я всем улыбаюсь, я счастливый. Что плохое, я что-то делаю? Нет. Нет, я обменюсь хорошей кармой с любви, с людьми. Я иду, шагаю по Москве, я всем улыбаюсь, а нормальный летний дождь. Ну, то есть все хорошо, без радиации. Вот, то есть я верю в счастье, да, что все хорошо, что все нормально. Ну, то есть я дарю всем счастье людям вокруг.
чем измена? Измена есть, нет? Почему? Я тоже же люблю всех. Я всех люблю. Я, допустим, вот женщина тонет, а я женатый человек. Она тонет, она же мокрая тонет. Может, даже что-то у ней наружу чуть-чуть появилось. Она тонет, да? А я ее спасаю. И жена, допустим, неожиданно увидела, как я плыву с ней и спасаю ее. Неужели она будет плохо думать обо мне? Вот как вы думаете? Вот будет она плохо думать обо мне или нет? Я плыву, ее спасаю, она такая... И я ее тяну за собой, тащу и плыву с ней в обнимку. Она будет плохо думать обо мне? Нет. Что у нее в сердце появится? Какое чувство? Она что увидит? Она что увидит? Она увидит человека перед собой, который рискует своей жизнью ради другого человека. И она скажет себе, хорошо, что я живой с этим человеком. Она посмотрит, подумает, хорошо, что я живу с этим человеком. Я счастлива, что я с ним живу. Все. Будет такой вывод. Потому что любовь рождает любовь. Понимаете? Любовь, как бы она ни проявлялась, обмен любви через высшие центры не оскверняет жизнь. Это не запрещено законом. Вот обмен энергии корыстной в высших центрах корысти очень мало. В высших центрах корысти мало. Высшие отношения позволены в этом мире любовные. Но если я пошел и начал заниматься сексом с кем-то, то какие отношения возникли? Чем ниже наше тело опускается вниз, тем больше там эгоизма, корысти. Тем хуже там карма, плохая карма в низших центрах находится. Человек обменивается плохой кармой с человеком, с чужим. Он завязывается с ними плотной связью, узел связи возникает между двумя людьми в результате секса. И поэтому эти отношения нежелательны. Вот почему этот Али Бабаевич-то стоял и говорил, туда не ходи, сюда ходи, снег в башка попадет, больно будет. Почему он стоял там, они снег бросали с крыши, да? Стоял. Помните «Джентльмен удачи» фильм? Потому что снег в башка ведь правда может попасть. Вот поэтому и законы вот эти морали, они все созданы для того, чтобы снег в башка не попало.